Космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Сами понимаете, трудно разобраться в чувствах сейчас, когда очень близко подошел час испытания, к которому мы готовились долго и страстно. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложили совершить этот первый в истории полет. Радость? Нет, это была не только радость. Гордость? Нет, это была не только гордость. Я испытал большое счастье — быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на меня, первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в космос. Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. Эта ответственность не перед одним, не перед десятком людей, не перед коллективом. Эта ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим. Сейчас до старта остаются считанные минуты. Я говорю вам, дорогие друзья, до свидания.
Алло? 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 Алло?